захожу я, значит, это... А, поздороваться надо. Всем привет, друзья. Хожу, жду курьера со СДЭКа. Говорит, с 12 до 3 привезу. Очень интересно, сейчас будет распаковка, которую вы посмотрите. Она будет достаточно короткая. Большое спасибо заранее хочу сказать Антону, который отправил данный товар, скажем так, данный смартфон со своего города в мой город. Выполнил все мои пожелания, отправил с помощью курьерской службы СДЭК. Обещали вроде как за 10 дней, доставили в итоге за 6 дней. И там будет лежать очень интересный для меня смартфон. Итак, смотрим распаковку, ставим лайки, делимся этим видео с друзьями. Поехали! Итак, в таком ракурсе решил я записать данное видео. Значит, у нас посылка от моего очень хорошего знакомого Антона. Ссылочка на его канал будет в описании. Очень рекомендую. На данном канале вы увидите распаковки интересных товаров из Китая, работу с устройствами, прошивки, скажем так, инструкции и другие познавательные видео, касаемые гаджетов и все, что вокруг них связано. Очень хорошо все дело это упаковано. Опять же, СДЭК, есть пометка, что это хрупкое. И внутри у нас ЛДУ устройство. Если вы не знаете, пока я открываю данный пакет, раскрываю его прямо вот так вот, разрываю. ЛДУ — это Live Demo Unit, полноценное устройство без GSM модуля, но при этом за достаточно вменяемые деньги. У Антона, опять же, можно спросить, может быть, иногда у него бывают хорошие модельки, скажем так, на продажу. Может быть, если вы ему напишете, он вам ответит и вам повезет, и, соответственно, вы сможете у него приобрести данное устройство, ну или подобное устройство. Live Demo Unit, в нашем случае без комплекта. Samsung Galaxy S6 Edge, очень хорошо, опять же, упаковано, отдельный респект ему за это, то есть никак, вообще никаких проблем нету. Посылку можно пинать, открывать и что угодно делать, и ничего с ней не будет. Раскрываем, присутствует определенное количество пенопленки, также у нас все аккуратно замотано в пупырчатую пленку. Антон, конечно же, меня заранее предупредил о том, что данный аппарат идет без комплекта. Немножко, конечно же, выгоревший дисплей, потому что это витринный образец. Но для, как сказать, для тестов, для посмотреть, какая там камера и, в общем, для карманного планшета вполне сойдет. А еще с помощью определенного брелка Gmate вы можете, в принципе, совершать звонки и писать смс с помощью Bluetooth-соединения с устройством Gmate. Вот так вот это очень-очень хорошо все упаковано. Опять же, никаких нареканий. Огромный респект тебе, Антоша. Как бы мы с ним в последнее время часто общаемся. Он очень хороший знакомый моего видеодруга Александра Мардынского, который благополучно приехал в Китай. Здесь прям вообще я не подготовился. У меня даже нету ножика для того, чтобы вот так вот это все дело открыть. То есть несколько степеней защиты от шаловливых рук, в том числе и курьерской доставки. Здесь у нас проклейка скотчем. Решил записать так, то есть, в принципе, без подготовки. Технические характеристики точно такие же, наверное, вставлю в описание, потому что я знаю, что здесь, в принципе, 32 гигабайта встроенной памяти, 3 гигабайта оперативной памяти, процессор самсунговский, прошлогодний флагманский, камера на 16 мегапикселей, фронтальная камера на 5 мегапикселей, без отсутствия, точнее, без возможности вставить SD-карточку и в нашем случае без возможности вставить непосредственно сюда, вернее, отсутствует GSM-модуль. Но при этом устройство, сейчас я подвинусь к вам поближе, абсолютно идеальный экран. Давайте посмотрим. Металлические рамки. Для кого, кому нужен, скажем так, карманный планшет или даже тот же фотоаппарат, присутствует даже. Из этого телефона, в принципе, можно сделать полноценный смартфон с работающим GSM-модулем. Для этого вам будет необходимо приобрести рабочую плату с присутствием там GSM-модуля и пару кабелечков для того, чтобы это все дело подключить. Внешний вид, что сказать, по внешнему виду просто все шикарно, но видно, что аппарат, в принципе, лежал, наверное, в премиальном магазине Samsung. Давайте посмотрим, включится ли он. Он меня предупредил, что данный аппарат перепрошит на Android 5.1.1. И
в этой прошивке отсутствует, это оригинальная прошивка Samsung, отсутствует реклама, и вы без проблем сможете пользоваться этим устройством, и вам не будет надоедать навязчивая реклама от Samsung. Да, на светлых цветах, когда экран, скажем так, отображает светлые участки, то есть белый цвет, здесь видно, что дисплей немножко выгоревший, но при этом, вот если посмотреть вот так вот, если будет вам видно на экшн камеру, потому что я снимаю на экшн камеру Xiaomi E, но в принципе, я думаю, что никаких проблем в использовании аппарата вы не найдете. Так, да, немножко у нас первое включение, немножко подтормаживает. Пытается подключиться к сети, но, к сожалению, сети нет. Внешний вид, безусловно, отличный. Для кого я порекомендую данные виды устройств? Если вы хотите ознакомиться с техникой перед приобретением, если вы хотите приобрести качественный, допустим, игровой гаджет, если у вас обычная мобилка, по которой вы звоните, отправляете смс, но вы хотите иметь флагманское устройство в своем кармане, если вы часто меняете смартфон и постоянно смартфона у вас нету, но вы хотите при этом комфортно выходить в интернет, вы сможете пользоваться вот интернетом с помощью вот такой вот штуки. В общем-то, в принципе, наверное, все. Мы поиграемся с этим устройством, будет ряд видео, скорее всего, примеры фото и видео. Попытаемся поиграть, посмотрим, какова производительность. Ну и, в принципе, расскажем вам в наших новых видео в течение летнего сезона. Экран, конечно, вообще бомбический, просто бомбический. Просто отличнейший экран, то есть это Quad HD разрешение, да, то есть даже не Full HD, а Quad HD, просто великолепно. Загнутые грани, по, скажем так, немножко надо привыкать, то есть вот эти вот острые грани закругленных краев, они, конечно же, немножко впиваются в руку, и надо это иметь в виду при приобретении даже не лайв-демо аппарата, а полноценного аппарата. Надо это все просто иметь в виду. Как-то так. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте свои, скажем так, остроумные комментарии под этим видео. Ссылочки на Антона и, опять же, на все полезные ресурсы и на профильную тему на ФОПДА постараюсь оставить в описании под этим видео. Конечно же, вступайте в наши социальные сети тоже в описании под этим роликом. И пользуйтесь нашим сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Там вы найдете интересные скидки, купоны, акции, распродажи и все, что с этим связано. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.